Так, здравствуйте, зрители, подписчики канала. Значит, люблю всякие измерительные приборы и, может быть, видели, да часто, наверное, видели. Ну, в общем, решил я такой взять, заказать. Он удобный, с индикатором, ну, соответственно, да. Значит, ссылка под описанием, где брал, я покажу. Внизу вот, значит, такая коробочка. Сейчас его откроем. Вот. Выглядит, значит, это так. Вот такой вот модуль. Здесь уже две батарейки. Вот такие вот батарейки маленькие. Ну, сравним его. Вот, значит, сам у нас индикатор. Термодатчик, что ли, да, получается. Длина. Сейчас я посмотрю. Ну, где-то метр. То есть длина метр этого датчика. Сравним с эталонным своим, у меня есть эталонный, я его считаю эталонным, это вот от Unit. Вот тут тоже здесь термопара. Будем мерить сопротивление, господи, температуру на паяльнике, фиксированную я тебе поставил. Сейчас сравним, посмотрим. Так, ну вот смотрите, 80 градусов, 80, да? Я измеряю температуру не на жале паяльника в данном случае, а просто на его корпусе. 80 градусов. То есть нам нужно именно сравнить показатели этого. 80, 83 сейчас. В общем, 83, да, в данный момент. 83 градуса. И сейчас будем измерять. Сейчас измерим на том, который я получил недавно. Значит, так, смотрим. Так, ну что, момент истины настал. Значит, смотрим, да? Дотрагиваемся и смотрим. 83, да, показывал. Сейчас нагреется сам датчик. Так, чтобы не морочить голову, я положил все-таки датчик, на него положил паяльник, потому что держать в руках это просто геморрой. Смотрим, так, там 80-83 было, посмотрим, сколько здесь. Побольше может быть, потому что все-таки я измерял, сейчас включу, тоже измерю. 88 показывает. Сейчас измерю как раз секунду, чтобы быть уже корректным. Сколько он здесь покажет? 91. Так, ну он там растет, получается. Сейчас, секунду. Так, в общем, смотрите, 106 градусов у нас вот здесь, в этой точке. 106-107, ну это ж такое. 106-107, и покажу сейчас, сколько сейчас на Unity. Так, и вот, вот смотрите, 107, 108, 109. 107, получается, 107 у нас на этом, на Unity. То есть практически правильно все показывает. Вот он стоит. Вот. В общем, учитывая Unit сам, ну правда, это мультиметр-то уже серьезный. Стоит он сейчас там за несколько тысяч. Вот. А этот термометр стоит практически копейки. То есть, в принципе, его я советую брать. Опять же, ссылка в описании. Можете смотреть, покупать, заказывать. Все, всем спасибо за видео, за просмотр.